Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпаут, мы сегодня сыграем в игру в хоррор, которая называется у нас The Headman Shadow World. Вот сегодня мы, короче, в нее будем играть. Заметьте, я свепк сегодня. И, ну, чтобы вот вы увидели все мои эмоции, короче, страх и так далее. Ну что ж, начинаем. За кого будете играть? Отец, мать? Так. Так, я буду, пожалуй, играть за отца. Ве, Клевент, Норман Берри, отец Вирджинии. Берри. Клевент, Бейтс Роуд. Мы с сожалением сообщаем вам, что ваша дочь Вирджиния пропала без вести. Нет необходимости приезжать сюда, так как наш сотрудник ее уже ищет. Доктор Генри Хаммер, управляющий психбольницей для умалишенных города Кантона. А умалишенных города Кантона. И чё? О боже. Это чё? Так. Эй. О господи. Я чувствую, жоп мне будет. Здорово. Братички. Я вам покушать принес. Что за хрень тут вообще происходит? Хрень какая-то. Так. Тут у нас чё? Тут у нас ничего, да? Как бы мне самому со временем психбольницы-то не оказаться с этой игрой. Ну давай, открывай. Чё, нельзя, что ли? Ты вдарил. Окей. Нельзя, значит, тогда пойдемте-ка сюда. Ты тоже не открываешься, господи. Чё у нас внизу? Внизу у нас все в порядке. На какой-то фиг тут дерево прям в здании растет. Чё за бред? О, господи. Фух. Твою ж дивизию. И чё? Тут никого нет. Уж вот так, пожалуй, буду ходить. О господи, там все черное нахрен. Чё тут у нас? Твою дивизию. What the hell? Мать твою. О! Поворачиваться стало лучше. Ё... Блять, я за чё за свет нахуй? У меня просто уже других слов нет.
забирает твою душу. Нихуя. Вовремя я наушники снял. Я типа валить отсюда должен. Твой же... Твою мать. Блять! Иди нахуй! Я тебя наебал. Да не иди ты. Открывай. Что я мог пропустить? Открывай нахуй. Ёбаный рот. Джи нахуй. Блять. Ёбаный рот, открывай. Да что я мог пропустить, ёбаный тебя насос? Блять, опять эта хуйня где-то, иди нахуй. Ёбаный. Это ёбаный карк... Блять. Окей, это уже вызов нахуй. Так, фонарь нахуй. Окей, нахуй. О, бля. Это чё нахуй? Жи, чтобы открыть журнал. Чё мне выбраться-то как? В этой хуйни. Ты где? Да угадаю. Да ё! Слышь ты! Иди нахуй! О, бля. Светом убил. Так ты, сучка такая, свет боишься? Мне других слов просто нет. Так. Эй! Открывай. Что-то стрёмное чувство сейчас будет. Не, рейк, конечно, был страшней. Иди нахрен. Спалю. Чё мне с этим твоим комиксом делать? Ай. Впадай. Открывай. Что-то упустили. Что я упустить мог? Ёбаный насос. Ты где нахуй? Че я мог? Ты где тут сейчас будет по звуку слышать? Ёбаный насос. Иди нахуй. Тебе чё, похуй что ли? Иди ты нахуй! Пиздец. Давай-ка еще нахуй. Ваня, Ваня нихуя. Тут тоже нихуя. Это что? Это хуйня. Ты где нахуй? Блять, я же знаю, что ты где-то тут нахуй. Блять. Окей. Я чувствую, я так много буду. Коробка. В коробке нихуя. Что с тобой делать? Же, чтобы открыть. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I... Книгу поднял, жопу потерял.
блядь. Так, все, иди нахуй. Ну, гудбай. Ты к... Блядь. Идите вы нахуй. Мне валить отсюда надо, да? Ух, блядь. Тут у нас что, выглядит довольно... Чё? Ты где, пизда? Бляха. Тут еще дверь открыли. Нет, какая. Гейм-механик. Так, плюшевый мишка. Ты нахрен не нужен. По крайней мере, этого говна сейчас нет. Фартануло. Мне немножко. Так, ну-ка, открывай. Это выглядит... Открывай, медведь пришел. Это выглядит как? Окей, второй этаж. Ты хули. О! Какая встреча. С топором. Окей. Айку. Топор 7. Хуячу. Блять. О, пипец тут. Так, ну-ка. Ты где нахуй? Блять. Не нравится мне этот коридор, нахуй. Этот коридор действует. Бля, ванна нахуй. Сумочка. Туалет. Так, тут что нахуй? Пиздец. Тут заблудиться нахуй легко. Двери еще открываются, как назло. И хули. Твою мать. Тут лампочки нет. Ну нахуй. Тут у нас что? Тут у нас... Блять. Сука. Я ее слышу нахуй. Так. Хуйня, хуйня. Ёбаный насос. А ведь так все хорошо начиналось, так все было хорошо.
Ты чё за хрень? Чё-то мне тут явно надо найти. Блять. Сука. Я насрал. Ёбаный. Иди нахуй. Слышь, пидор. Наебем его сейчас. Так, я пришел отсюда. А ты там? Пидорас. И хули. Ну давай. Сюда лети. Мне как-то похуй. Тебя не сильно... Блядь! Фух, бля. Ёбаный... Бля. Рот. Сука. Так, вот листок нахуй. Я родил. Ага, иди нахуй. Почему? Так этот... Я родил нахуй. Сука. Света бойся, мразь. Иди сюда нахуй. Сука. Ты ёбаный тебя, Каркарыч. Сука. Ну нахуй. Ёбаный насос. Что за хуйня тут происходит? Чё мне сделать-то надо? I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping. Группа заседания. I'm not dead. Похуй. Мне надо, видимо, все страницы найти. Это как Слендермен. Наверное. Неплохо, неплохо. Ага. Вот это, что я искал. Я понял, как мне находить страницы, нахуй. Тут есть. Тут нет, валим, нахуй. Тут чё? Ходить, искать. Ух, бля. Пошли туда. Стоп, у меня фонарь гаснет. Какого хуя? У меня пиздец. Блять. Сука, да вот ты. Хорошо, что ты хоть один, нахуй. Ага. Я родил. Захуй коробок спичек. Блять. Толчки ебучие. Сука, фонарю пизда. Ну-ка нахуй. Фонарю пизда нахуй. Блять, тут чё за хуйня? Тут чё за хуйня? Мне ещё надо чё-то сделать.
Я, видимо, прошу, я вон вижу какой-то индикатор у себя. Сука. В углу находки и психбольница. Бля. Что там было, мне показалось, может. Заху я вообще эту книгу трогал. О, бля. Там пиздец, да? Его обойти можно? Ага, хуй! Блядь! Хуй тебе нахуй! Как знал нахуй, что пизда мне. Так, сейчас, короче, быстренько валим нахуй. Отлично. Топор нахуй. Ты где нахуй? Тих нахуй. Тут чё? Убежать не могу, да? Там ничего не было, насколько я помню. Хуяк! Ну чё нахуй, всё, поебашили, иди сюда, сука. Пиздец. Тут у нас чё нахуй, открывай, медведь пришел. Пока фонарь работает, надо нам тут побегать. Бумагу всю эту ебанутую поискать. По-бырому нахуй. Так, отлично. Охуенно. Зайд, что ли? Ты где, блядь? Хули опять фонарь садится-то? Пиздец. Очки лежит. Тут нету. Так, стопа. Отлично. Что мне с этим индикатором-то? Чем больше бумаги я нахожу, тем лучше. Так. Я где-то тут спички тогда нашел. Хуйня. Прям сзади ёбнулась, я ж вспомнил про неё. Ух ты ж, ты чё такой буйный? А вот ты нахуй. Заебись. Все идет заебись. Бегаю, бумажку, еще спички нашел, отлично. Блять. Где тут нахуй? Так, хуйня.
Угу. Это я уже видел. О, бля. Что-то новенькое. Ну тебя нахуй. В толчке от тебя что ли прятаться? Бля. Вот я попал сюда. О, бля. Сука, нет. Иди нахуй. За нашу нахуй. Пидорас. Хуль ты стоишь? Хуль тебе... Тебе, бля, въебу нахуй. Чё, прыгать? Ну... Ёбаный рот, сука. Хуйня какая-то. Вообще не пойму, ничего не понимаю нахуй. Сколько уже записываем-то? Ну, нормально, давай еще разочек. Бля, лагает-то. Так, книга нахуй. Сука, фонарь точно. Фонарь первым делом. Окей, открывай. Медведь пришел. Бля, лагает нахуй теперь. Так, ну-ка. Топор. Найду. Что-то новое. Бля. Да в туалете уже нахуй ничего нет. Что за хуйню несёте-то? Сука, и тут нет. Ну и где? Так. Ага. О! Я уж тут всех скримеров знаю. Надеюсь. Так. И хули? Ты где? Бля, это долго, но... Окей. Походу, надо искать бумагу, чтоб... у меня был пропуск на второй этаж со временем. Так, ну-ка, стопа. Вот надо слушать. Так, ну-ка.
Блять, она едет? Твою мать. Где нахуй? Вот нахуй. Я и не заметил. Не, ну тут, конечно, срать можно, но я уж привык. Ты чё, подвал? Чё-то новенькое. Подвал — это чё-то новенькое. Лезть типа КТРЛ, С на С давай. Интересно. Эй, домовой. Окей. Че нет, поехали еще. Не, вентиляция точно не достанет. Так, тут у нас чё? Опа! Америка и Европа, да? Тут у нас нельзя. Наверх побежали. О, бля! Братишка, бля, и хули. Эй, ёбаный китаец, иди сюда, иди ко мне, давай сюда. Эй, иди сюда. Ты заебал. А теперь иди нахуй. О! Спаси мне коробок спичек. Охуенно. Так. Тут у нас ничего нет. Блять. У меня еще главный персонаж тут сыт. Со мной на пару. Ага. Тупик, да? Ну, конечно, опять ты. А я дверь могу закрыть, а мне пизда. Да? Братишка. Иди нахуй. Казинак. И сюда, казинак ебучий. Русские не сдаются, знал? Сука, как тебя наебать? Давайте сожгу, иди сюда, пидарас. О, бля. Сожгу нахуй. Тебе похуй, что ли? Давай поболтаем. Меня зовут Утампалт. Можешь, пожалуйста, дать пройти? Раз. Ну ладно, дорогие друзья, вот такая, короче, игра. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем пока.